Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Организации требуются на новые самосвалы водители категории С, Е, а также механики, автослесари, автоэлектрики, механизаторы и прораб. Высокая зарплата. Работа вахты в Оренбургской, Челябинской областях и Башкортостане. Подробности по телефонам 8-965-692-60-13 или 8-965-692-60-03. В нефтегазодобывающую компанию требуется мастер по добыче нефти и газа, оператор по добыче нефти и газа, а также водители грузового автомобиля ДОПОК. Обращаться по телефонам 8-961-913-98-55 или 8-903-392-68-14. Требуются кровельщики и отделочники. Работа в Оренбурге. Зарплата высокая. Телефон 93-59-88. Требуются торговый представитель, водитель-экспедитор и комплектовщик. Телефон 97-63-80. На стройку требуются разнорабочие. Обращаться по телефонам 58-36-24 или 8-987-850-04-83. Требуется водитель на автобус. Развозка, заказы. Телефон 903-701. В компанию «Складсервис» требуются грузчик-стропольщик, кладовщик, крановщик, бухгалтер и сторож. Обращаться по телефонам 23-76-64 или 23-76-71. Требуется разнорабочий. Зарплата высокая. Телефон 92-12-20. В бутик требуется охранник. График работы 2 через 2. Заработная плата 22 тысячи рублей. Звонить 310730. Требуются охранники. Телефон 23-53-13. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.